Всем привет! И сегодня хочу поговорить про хвою для кур. Можно ли ее им давать? Как ее правильно давать? Ну и так далее. Сейчас все расскажу. Пришел курочка, сейчас будем давать хвою. Тут, ну как, немного, но на самом деле это много. Сейчас расскажу. Это у нас дома ель, на Новый год стоит. И она уже начинает сыпаться. Вот я собрал с нее иголочек и сейчас дам курочкам. В интернете я прочитал об этом. Ну и так примерно сдал. Сейчас вам расскажу, как ее давать. Давать ее вообще можно по-разному. Как вот так вот целиком. Как сейчас я это буду делать. Давайте вот так чуть-чуть досыпем. Вот. Также ее можно передрабливать в кофеболке, в такую труху, в порошок и добавлять в дерь, да, как добавки какие-то. Вот и гуси присоединились. Ну, сейчас они распробуют. Также можно хвою варить, например, вместе с кашами какие-нибудь для кур. Если вы варите каши, дерь, да, например, даже, то можно туда их добавлять, опять-таки, в мешанки, если вы им делаете. Ну, в общем, как хотите, как вам удобно, так и давайте. Я вот так буду давать целиком. В дальнейшем мы, когда уберем ель с дома, я всю хвою соберу и буду им также по чуть давать зимой. Потому что, как оказывается, она очень для них полезна. Это источник многих витаминов, таких как витамин А, витамин ДС много. Это очень полезно сейчас с курами, это заменитель травы. Это еще один заменитель травы. Вот у меня тут тыква им, они уже доедают, лежит. Как бы морковь, да, мы даем как заменение зимой. Но хвоя, если верить источникам интернета, 5 граммов хвои могут заменить 25 граммов моркови. Вот так вот. То есть она даже для них более полезная. Но вернее, более питательная. Сейчас я буду рассыпать. Все клювы теперь в иголках. Также хвоя повышает яйценоскость сильно зимой. Но это логично. Ведь летом это трава, а зимой это хвоя. Из-за травы они, понятное дело, лучше несутся. А у меня они сейчас как раз начали плохо нестись. Поэтому вот проверим, занесутся ли они получше, потому что у нас сейчас морозы, вода замерзает. Я в сарае вообще ставлю, там она не мерзнет. Наконец-то у нас сегодня 12 января. И впервые за эту зиму, за декабрь, за январь выпал снег. Но его выпало немного. И он уже тает. Чуть-чуть сейчас дам нашей болеющей курочке, которая с ранкой. Ай! Иди, Розочка. Иди хвою кушать, смотри. На. Думаю, ей понравится. Они ее пробуют первый раз, поэтому их реакция не такая бурная. Также расскажу, как собрать хвою. Ну, то есть, в моем случае, она уже сама осыпается, но если вы будете собирать свежую хвою, то еще полезнее давать курам именно свежую. Но это не так просто. То есть, тут надо будет либо ветку кидать, но чтобы ее собрать, ее придется в любом случае высушить. Поэтому, либо вы подвешиваете ее на несколько дней, да, пока она не высохнет и не начнет сыпаться, либо есть вариант побыстрее. Вы кладете эти ветки в духовку на 15-20 минут. И они быстро высыхают. И потом вы также собираете хвою с них. Это в случае, если свежая. Ну или же вот так вот после Нового года.
Просто некоторые заготавливаются хвои на зиму именно. И дают потом курочкам зимой. Ну и не только курочкам. Это любой птице можно и нужно давать хвою. Гуси, утки, куры, индюки, там, цесарки, перепелки и так далее. Поэтому, если такая возможность у вас есть, то давайте хвою. Ее давать можно, нужно. Как давать, я рассказала, но тут, в принципе, все очень просто. Несутся курочки. Неситесь. Так. Сиди, сиди. Уточки. Вот такое вот получилось у нас видео. Если остались какие-то вопросы, то задавайте их в комментарии. Всем спасибо за просмотр. И всем пока!